Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Full Metal Furious. Так, ну-ка, как там мой ударчик? Шикарен. Так, отлично, давайте возьмем микрофон и пойдем с вами на карту. Как раз, как говорится, в бой с песней. Отлично. Так, что у нас здесь? Ага, Минетия мы подбили с вами, и теперь нам нужно куда-то идти. Давайте, наверное, вот сюда. К Фалойскому лесу. Угу. Нам нужно найти Коя, да, значит. Так, и что у нас здесь? Ага, вот сюда нужно идти. Часть вторая. Черепаха и капкан. Набравшись решимости, Фурия отправляется в Фалойский лес на поиски титана Коя, создателя могучих орудий массового уничтожения, используемых в войне. Вот оно как. Позже той же ночью. Вот они, красавцы, спят. Минетия больше нет, что дальше? У нас недостаточно денег, чтобы купить очередную подсказку у доносителя. А нам она и не нужна. Минетий следил за другими титанами. Эрин нашла его записи и отчеты. Насчет этого я хочу пойти по другому маршруту. Чутье мне так подсказывает. Я попросила Мэг держать нос по ветру и быть настороже. Ага, и я почуяла кое-что в нескольких милях позади, так что завтра утром мы туда вернемся. Говорит Мэг. Что почуяла? Тебе не стоит знать. Но я хочу знать. Нет, это ты вряд ли захочешь знать. Теперь я очень хочу знать. Нет, я серьезно. Нет, тебе правда не надо этого знать. Напоминание, некоторые диалоги можно пропустить через меню паузы. Но я хочу знать. Нет, это ты вряд ли захочешь знать. Так, ребят, у нас, по-моему, уже повторяется, да? Так, да, повторяется, ребят. Может быть, конечно, если мы будем здесь все время эти диалоги повторять, до чего-нибудь и добьемся, но мы лучше пропустим с вами. Слишком долго это все затянется. Так, ладушки, ребята. Все у нас на мази. Отправляемся мы, наверное, с вами на карту. И у нас должно что-то открыться новенькое. Но че, ничего нету, что ли? А, вот, ребят, вот сюда. Поехали. Так, ох ты, это что там такое? Ничего себе, ребята. Ух ты. Ну и штука, что это такое? Впечатляющая штука. Как будто кто-то испытывает дальнобойную артиллерию. Собственность титана Коя, нашей следующей цели. Я слышала, что он здорово повернут на технике. Но это намного превосходит технику других титанов. Да уж, но какова цена? Похоже, нюх тебя не подвел, Эрин. Вперед, девочки, наряжаемся и загружаемся. Отлично, ребята. Путь дробилки. Ох, и музыка-то какая бодрящая. Чё как? Пияв какой-то. Пиявка, что ли? Точно, ребят, какая-то пиявка здесь. Ох, ёл. Да ладно, хорош. Чё так много-то? Ну-ка, кусите моего молота. Да ладно. Их меньше, по-моему, не стало, да? Вау, отличный прыжок, ребята. Просто шикарно. О, солдаты пришли. Вот с ними тут уже не до шуток. Да хорош, тут столько пиявок этих. Правда, они ватные, но, тем не менее, все равно мешаются. О, понеслась моя кувалда. Шикарно, блин. Боец меня вообще нравится офигенно. Но танк мне нравится больше, если честно. Так, иди сюда, хламон. Я сейчас нахлобучу, блин. Слушайте, эти пиявки, по-моему, жарят из-под тяжка, а? Сильного урона не наносят, но, тем не менее, мешаются. Причем конкретно. Так, иди сюда. Замечательно. Так, ну что у нас там дальше по программе дня? Бочки. Естественно, мы их разбиваем. Так, котик летит. Показывает мне, куда надо двигаться. Да, я понял. Ого, тут уже пиявки у нас с аурой. Ну хорошо, под меня, под танка, да? Сейчас мы их разберем по-быленькому. Не волнуйтесь, ребята. Все будет сейчас как надо. Так, теперь красный. Ох ты.
Бомбим. Отлично. Готовы? Готовы. Так, опять и синий, и красный здесь. Все в кучу. Так, ну-ка, есть аптечка какой-то? Нету никакой аптечки, блин. Так, один красный, остальные, в принципе, все синие. Все, можно, наверное, и переключаться, ребята. На моего танкулю. Все, разбомбили. Нет, не разбомбили, ни шиша. Вот и аптечка долгожданная, замечательно. Так, давай иди сюда, хламон. Все, размочили всех. Двигаемся дальше. Блин, музон такой прикольный. Бодренький. Что здесь у нас? Ага, опять табличка какая-то. Опасно, мины. Ого, только этого нам не хватало. Какие мины-то? А, вижу, вижу, ребят, смотрите. Так, это если я подойду, наверное, бахнет, мало не покажется, да? Тогда будем... Хотя, вроде бы, ничего такого опасного нет. Так, деньги, деньги. Деньги — это наше все, ребята. Чую, сейчас что-то будет здесь, а? Блин. На минном поле только вот этого не хватало нам. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, блин, да что делать-то? А, ребят, можно, можно все-таки быстро от этого дела уйти, от этих мин. То есть, пока они еще не взорвались, можно пробежаться по-быстренькому. Видите? А я думал, что только стоит зайти за красную и сразу взрыв, но ничего подобного. Оу, тебя только здесь не хватало, блин, артиллерист хренов. Ну-ка, выкусите, выкусите все. Кувалды мои, блин. Пошел отсюда. Так, ты, турель, тоже достала уже в корень. Слушайте, и дамаг они не очень большой наносят, эти мины. Так что все нормально. Должны прорваться. Так, прыгнем, прыгнем. Замечательно. У нас тут турель и невнятный. А невнятный, знаете почему? Потому что он, ребят, в противогазе. И говорит невнятно. Все, с этими охламонами мы разобрались. Идем с вами далее. Так, о, еще больше мин. Так, сундук, ребят, сундук. С деньгами, к сожалению. Я думал, какой-нибудь чертежик новый с вами найдем. Так, а здесь-то как, перепрыгнуть? Перепрыгнули, смотрите, все нормально, ребят. Так что, не такие уж они и опасные. Так, опять табличка. Впереди тупик. Блин, я не знаю, может быть, проверим, какой там тупик, а? Фуа! Обманул я эти мины, прикольно. Так, я вижу сундук. Смотрите-ка, ребятушки, там лежит сундук. И я его хочу вскрыть. Ой, как мало хп у меня осталось, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему ты не перепрыгнул, гаденыш? Блин, еще эти турели мешаются. Жесть какая-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Эту стенку придется нам ломать. Но тут еще стреляют, как вы видите. И это очень опасно, ребят. Ай-яй-яй. Ну-ка. Вот, вроде бы. Блин, да как вас вести-то? Во, нормуль получился. Так, еще разок, если мы бомбанем сейчас. Отлично. Проходим. Черт подери. Так, танкуля, давай, не подведи меня. Не подведи меня, радость моя. Надо как-то и этого рисануть. И не попасть под пули. Ой, у меня очень мало хп, ребята. О-о-о-о. Надо подождать, пока немножко отхилится. Сейчас, секунду, ребят. О, отлично. Ё-моё, теперь танк упал. Да что ж ты... Что ж ты будешь делать-то, а? Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Успел, успел, ребята, успел я. Черта с два, не получилось. Перепрыгивай. Так, теперь вот здесь надо, ребята, пробить нам стену и... до... Конечно, доберемся мы до сундука. Как же, блин. Уничтожили стенки. Так, еще осталось немножко пробить нам, ребята. Успеть бы только, а? Надо... Надо резать по-любому. По-любому нужно резать нам нашего вояку. Потому что если мы здесь погибнем, то нам придется начинать все сначала.
Вот так вот, отлично. Пойдемте. Все, шикарно. Так, воин поднялся у нас. Пробиваем. Вау! Прошел просто-напросто. Вот, я же говорил, здесь должно быть что-то полезное, ребята. Громовой камень, взвесь как ветер. Ха-ха, прикольно. Ага, говорили тупик. Никакого тупика абсолютно. Прошли на одном дыхании. Ё-моё, какое поле здесь? Да ладно, еще опять среди этого поля воевать, блин. Вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Еще и солдат. Щета. Блин, блин, блинский. Так, подбили, подбили они. Давай, 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 бомби, 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 бомби. Есть, отлично. Этого солдата нужно. Так, вставай, родная моя. Черт, чуть-чуть не хватило, ребят, буквально. Все. Так, пиявка и наводчик хренов невнятный этот. Давайте его выловим сейчас. Вот он и попался, голубчик. Все, надеюсь, на этом, нет? Ну, по крайней мере, здесь все. Ну, я чую сердцем, что сейчас будет здесь еще какая-нибудь заваруха. Боб, я тебе такое расскажу, чума, прикинь, я там дела, делишки, знаешь, бум-бам, с тобой базарю, пялюсь в точку. Не Боб говорит. И потом бум! Непонятно откуда выскакивают 4 цыпочки и начинают махать. 4 цыпочки? Чума, мужик, чума. А ты что? Боб, друг мой, я рад, что ты спросил. Я расскажу тебе, что я сделал. Я их бумкнул. Бумкнул он, охламон. И у нас, ребята, тревога. Отряд БАМ. Так, это что у нас за новые такие чувачки, враги? Что они там бросают, не могу понять. Ах, ё-моё, они бросают бомбы. Так, там пуля, давай, не подведи, родная. Отлично, новый уровень снаряжения мы получили. Давай, 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 давай. Блин, как-то надо... Отлично, вояку рисанули. Блин, да тут вообще жесть, жесть какая-то творится, смотрите. Они просто бросают и бросают свои бомбы без остановок. Оу, щет, подбили. Ну-ка, вкуси молота, гад. Черт. Ой, мало-мало хп у меня осталось, ребята. Да ладно, прекратите уже нафиг, а. Вот тогда, ребятушки. Я офигею с них. Так, миссия провалена, но это все ерунда, ребят. Сейчас мы по-быстренькому с вами должны переиграть этот уровень. Че это за дела, да? Конечно, продолжить с точки, с последней контрольной. Так, надо вот эту вот фигню всю обезвредить. Да что ж ты будешь делать? Так, отлично, пока все хорошо у нас. Потому что нам на этом поле придется, ребят, с вами драться. Лучше, когда здесь ничего и никого не будет. Так, опять эти все упыри. Блин, мы что-то, кстати, далековато начинаем с вами, да? Так. Вот так. Черт подери, да как же быстро вы разбираете, а, гады. Пиявки эти еще. Но, и сюда. Мало того, что здесь поле минное, так еще вот эти вот наводчики невнятные стоят. Давайте рисанем, попробуем, успеем, нет? Так, главное не поджариться, ребята. Черт подери, вот. Нормуль. Ресы. Все, шикарно. Последний хмырь, добили. Так, ну что, а теперь у нас будет основная наша бойня, да, эти. Так, здесь мы все обезвредим. Для начала. Нам так будет спокойнее. Вот оно, внимание, тревога пошла. Команда БАМ, да? А, отряд БАМ. Самое главное их по-быстренькому разобрать, потому что они забрасывают своими бомбами. Вы сами прекрасно это видите. Отлично вышло. Так, минус один. Слушайте, ну здесь будет их много по ходу дела, судя по шкале здоровья. Давай-ка сюда.
Бросает, бросает, бросает. Смотрите, они по две или по три штуки аж целых. О, аптечка, самое то, что нужно. Замечательно. Готов еще один, ребята. Так, еще и солдат пришел, блин. Вот только тебя мне здесь не хватало. Эти ребята любят из-под тяжка делать свой выпад двойной, блин. Так, так, так. Давай-ка попробуем вот так накумарить. Есть, одного зажарили. Ай-яй-яй. Ну это все фигня, ребята, все это фигня. Главное, вон того бомбардира еще надо бомбануть. Он достал уже, если честно, свои бомбочки тут пулять здесь. Ну, так, новый уровень снаряжения. Иорданские ботинки. Я бы сказал, бы иорданские тапочки уже. Белые, причем. Так, нормуль, все получилось у нас хорошо, ребят. Давай-ка. Они уже у нас в щитах здесь, да? Красный щит мне пока не пробить никак. Как бы я этого не хотел. Ну-ну-ну-ну-ну. Напряглись, напряглись. Можешь крикнуть, а? Да что ж ты, блин. Такая заваруха, такая суета, ребят. Вообще, вы не представляете, просто это жесть какая-то. За всеми тут следить, куда кто идет, куда кто прыгает. Тут еще бомбы эти бросают. Все, красные щиты пошли. Это для вояки. Так, пиявка там что-то прыгает. Ай-яй-яй-яй-яй, очень мало жизни. Где аптечка? Я требую аптечку. Вот так приземлились. Вот, вот, ребят, как прям по заказу. Аптечка прибыла. Ну-ка, еще разок. Ох, так. Ну, иди сюда, хламон. С красным щитом. Давай, давай. Не успели. Немножко не хватило нам добить его. Так, синий щит тоже сейчас разбиваем. Ух. Козырно. Все время я попадаюсь на эту бомбу. Ребят, вот это последние чувачки. Сейчас мы их разбираем. И, в принципе, все. Эту бойню мы с вами пройдем. Есть. Хе-хе. Сосунки. Бац. Вы чего, дамочки? Я просто хотел вам пару гранат за так подкинуть. Но я еще не кончил. Слышишь, Боб? Подожди, я с тобой. Парочку гранат он нам хотел подкинуть за даром. Я видел, как ты подкинул. Так, ну что у нас, ребята, здесь? Оу, чертеж. Скорострел. Сначала стреляй, потом говори. Ну, это для стрелка у нас. И миссия выполнена. Шикарно. Ничего не могу сказать. Да, довольно неплохо, я вам скажу. Ну что, мы сейчас с вами на базу отправляемся, да? Так, сколько у нас денежек, интересно мне знать. Так, чертеж. А, ну это же у нас... Хотя нет, подожди, есть тут один. Громовой камень, да, точно. И что он делает? Взвесься как ветер. Хм, странно. Ну ладно, мы, наверное, его оставим, да, пока, ребят. Взвесься как ветер, фиг его знает. Что это может означать? Ну, я думаю, что хуже не будет. Не будет хуже. Так, деньги у нас есть? Что-нибудь для себя? Так, есть, есть. Ну, давайте изучим тогда. Так, отбойка. Ты мне, я тебе. Хм. Не знаю, не знаю, ребята. Так, блокирование. В последний момент снижает урон. Вот он даже как. 1750 золотых у нас осталось. Так, что-нибудь тебе можно? Давай вот так вот сделаем. Ну и все, в принципе, ребята. Деньги у нас закончились. Ну и я буду заканчивать эту серию. Всем спасибо большое за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующем выпуске и продолжим играть в эту замечательную, великолепную, прикольную игру. И если она вам нравится, ребята, то не забудьте поставить лайк. Ну что же, все, фурии пошли спать.